Казахстан – многонациональное государство, где представители 124 этносов живут под одной крышей в мире и согласии. Диаспоры, которые трудятся на благо нашей страны, уже давно стали нашими соотечественниками. С таким посылом Управление общественного развития организовало семинар на тему «Внутренняя стабильность, гарант единства и процветания», а в мероприятии приняли участие руководители управления и представители интеллигенции, которые обсудили вопросы национального единства. Сохранение внутренней стабильности и развитие общественного согласия – важнейшие приоритеты для нашей страны. Для этого необходимо, чтобы народы Казахстана действовали сообща в достижении общих целей. Обсуждение этих вопросов стало ключевым на прошедшем семинаре, где были вынесены на повестку дня актуальные проблемы внутри страны. Этнические организации уже ведут активную работу, но нам нужно продолжать ее совершенствовать. Нам важно развивать стабильность в стране и укреплять единство и сотрудничество. Процветание и развитие напрямую зависят от воспитания и образования. Общество, вооруженное знаниями, будет избегать конфликтов и направлять свои силы на созидание. Именно по этому вопросу участники семинара уделили особое внимание, обсудив текущие образовательные инициативы. Мы стремимся делиться с обществом нашими педагогическими наработками, направленные на воспитание и образование. Наша задача – сохранить внутреннюю стабильность в стране и определять дальнейшие шаги для ее укрепления. Участники семинара обменялись мнениями и предложениями. В завершении встречи были вручены специальные сертификаты, а на основе поступивших предложений будет подготовлен план дальнейших действий.